Привет-привет! Сегодня мы будем делать домашнюю шоколадную пасту. Для этого нам понадобится молоко, какао, сахар, мука, масло. И в самом конце, если хотите, можем добавить тертый шоколад или молотые орешки. Ставим сотейник на огонь. Добавляем туда молоко. Муку, сахар и какао. Теперь берем венчик, все размешиваем. И доводим до кипения. Видите, масса уже начинает густеть. Также продолжаем ее перемешивать, чтобы она не пригорела. Видите, уже пузырьки появляются. Она так немного попыхтит у меня с минутку. И все, и снимаю с огня. Сняла нашу массу с огня. Теперь я ее оставлю немного остынуть. Прошло 5 минут. Добавляю туда масло и вмешиваю его в нашу массу. Видите, она уже понемногу начинает таять, и наша масса уже становится вся такая красивая, блестящая. Итак, масло у меня растаяло, все я перемешала. Теперь я сверху натру немного шоколада. Это уже по желанию. Кто хочет, кто не хочет, это не обязательно. Если хотите, можете туда добавлять рубленый орех. Все, перекладываем в банку. И все готово. Попробуйте сделать и вы, может и вам понравится. Приятного аппетита!